В центре молдавской столицы проходит митинг, организованный оппозиционной партией социалистов. Люди требуют досрочных парламентских выборов, а также смены правительства и президента. Причем демонстранты настаивают на том, что главу государства необходимо избирать напрямую. Особенно сильное недовольство вызывает ухудшение социальных условий. В стране выросли тарифы на услуги ЖКХ и прежде всего на электроэнергию, а пенсии и зарплаты больше не стали. Обвинения звучат и в адрес олигархов. Протесты в Кишиневе проходят с сентября.